За незаконную установку знака или наклейку на автомобиль «Инвалид» отныне штраф составит 5000 рублей. Такая же сумма штрафа установлена за парковку на месте для инвалидов. Изменяются и правила эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Так, в случае, если водитель успел подойти к машине до того, как погрузчик начал движение, машину не имеют права эвакуировать. При этом водитель обязан сменить место стоянки. А инспектор в случае эвакуации обязан находиться рядом вплоть до начала движения эвакуатора. Также с сегодняшнего дня за езду на скутере или мопеде с незастегнутым шлемом или без него установлен штраф в 1000 рублей. А вот за отсутствие таможенных документов отныне положен штраф в 500 рублей и отстранение от управления автомобилем. Машину при этом отправят на штрафстоянку. Напомню, с 1 июля в России также вступят в силу новые поправки в ПДД.